Всем привет, с вами Влад. Сегодня у нас на разборе опять DVD-шник. Знаю, они уже затрахали, блядь, но их выкидывают. Они нахуй никому не нужны. Но для меня это плюс, есть что поразбирать. Так, у нас DVD-шник Эленберг. Кстати, делайте ставки, есть ли там диск или нет. Обычно бывают. Видно, DVD-шник поживший в свое время. Так, какого он года не написано? Ну, произведен в Китае, это понятно. Так, серийный номер, хуёмер. Нет, не написано. Но, скорее всего, будет внутри что-нибудь. Ладно, приступим. Где отвертка? Папа, блядь. Ебать, нихуя себе. Окислились, наверное. Бля, надо сходить за шуруповертом было. Ебаный рот. Ну ладно. Откручивать здесь, как по памяти, здесь дохуя. Ну так уж дохуя, но хорошее количество. Его уже, кажется, разбирали, одного винта нету. Возможно, бля, как и с DVD-ресивером, блядь, уже блок там питающую плату, где медь нахуй спиздили. Сейчас посмотрим. Хотя какой там, блядь, сколько там? 70 грамм меди, блядь. Из-за него, блядь, из-за них ебаться, блядь. Потом DVD-шник оставить. Ну, бред. Ха, вижу уже, диск есть. Сумка, что за хуйня. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, видно, что бедный. Железо. Так, это у нас что тут такое, блядь, питающее? Это они так... А, нихуя себе, блядь. Посмотрите на это. Закрыли, блядь, питающий этот тумблер. Так, шнур с вилкой мне нужен. Он... На металл в этот раз не пойдет. Сразу скажу, самодельную переноску надо сделать, блин, на одном объекте. Там, как у негра в жопе, блядь. Вот. А нужно сделать какую-нибудь лампочку, которая, чтобы можно было переносить, чтобы на одном месте не висело. Так, что за диск? Samsung какой-то, Playomax, музыка что ли, да не, CD-RV, блядь, хуй его знает, потом посмотрим. У меня на ноуте нету, конечно, DVD, блядь, ага, угадал, да хуя. Ладно, сейчас питающий снимаем. Какой китаец, блядь, завернул. То, блядь, они в полоборота. Откручишь. Ну, блять, конечно, питающая плата, тут трансформатор на, блин, ну, грамм 10 меди, блять, если будет, уже хорошо. Больше ни хера, сейчас покажу поближе. Зато вижу полубочонки уже. Полубочонок. Так, сразу проверю. Медь не медь, шлейф. Хуй не видно. Да, медь. По-моему, блядь. Еще освещение тут, конечно, убогое, но, блин, ничего. Чем богато, тем и рад, блядь. Да хуй понятно, вроде медь. Давай его полностью снимем, нахуй. Да блять. Да, медная.
Причем проводки такие хорошие, если для пайки. Бля, вот этот я оставлю шлейф, кстати. Для пайки это подойдет. Пусть медь, он длинный. То есть взял проводок, оторвал. И он еще помечен. Да, взял, оторвал, припаял. Сделал соединение. Проводочек этот оставлю. Так, тут у нас что? Плата. Видим. Раз катушку, два катушку. Маленькие. В принципе, блядь, все. Конденсаторы куда без них. Предохранитель. Живой, но... Ну, сколько он хоть, блядь, написано? И хуя непонятно. Ну ладно, хер бы с ним. Конденсаторы. Куча, блядь. Ну все, ну прибор есть. Пойдет копилку плат. Хорошо. Смотрим. Так. Ну вот это ублюдство. Я уже скар вот этот разъем. Я его уже, блядь, все. Я его в помойку нахуй. Я не буду там медь ебаться. Ой, медь, латунь ебаться доставать. Это, блядь, сколько там? Полчаса, час для убийства, блядь, своего времени нахуй. На сколько там? 8 грамм, блядь, латуни, блядь. Ну, бред, нахуй. Самого себя не уважать. Вот пизду не нужен. Единственный момент, если, блядь, какую-нибудь старую технику там что-то перекупить. Да нахер она даже не нужна уже. Я, блядь, даже не буду ебаться. Нет, нахер. Так. Ну от этого я оставлю. Провода, кстати, очень хорошие. То есть, блядь, вот это плюс. Такие, блядь, чипи-дипи, блядь, продаются, нахрен, там, метр. Чуть не 100 рублей. Ну, конечно, я преувеличиваю, но факт то, что нахуя брать катушечку и все остальное есть. Вот они, бесплатно есть, медные. Да, вот эти я все поставлю себе. Вот спаять что-нибудь и так далее. Так, тут что у меня? А, тут оно припаяно, что ли? А хуй его знает. Так, клавиша, что с ней? Тумблер, да, говорите? Давайте открутим, посмотрим, что за тумблер. Так, тумблер у нас фиксирующий, 220, написано где-нибудь, нихуя не написано. Блин. Он правда фиксирует питание. То есть вы меня поняли, кто разбирается. А, вот здесь написано. И у нас, да, 220 на 128 ампер, да я не верю, нахуй. Хуй он выдержит, блядь. А, 240 на 8 ампер и... А, все понял, все нормально. Блядь, вот это я тоже оставлю устройство. Забирать не буду. Так, это что от него? Хуйня на обжиг, блядь. Не хочу ебаться, блядь, за 2 грамм меди. Не стоит оно того, честно вам скажу, блядь. Так, это мы отсоединили, это хуйню. В принципе, эту хуйню можно вставить обратно. И когда я куда-нибудь буду его устанавливать, да, взять его, во-первых, он будет в изоляции. Во-вторых, эту хуйню можно приклеить всегда, да. Пускай будет вместе с этой. Следующий у нас это ВГА. ВГА. Что-то для ВГА очень мало контактов. Сказал. Сейчас посмотрим. Да, бедненький парень. Бедный. Да, моторчики, блин. С ними я тоже канаебиться не буду. Они маленькие, блядь. Плюс у меня их количество уже есть. Достаточно.
И не факт, что там будет медь. Были уже такие, блядь, разочарования. Так, металл. Это что у нас? А, металл. Где магнит? Магнит, магнит, где, блядь? Это. Да, металл. Так, разъем нахуй. Вот, эти моторчики мне нахуй не нужны. Их там три должно быть на подъем этой хуйни. Так, шлейф смотрим. Сука. Шлейф без позолоты. Тут обычно в DVD-шниках, что удивительно, вот такие шлейфы хуяли. Я к чему удивился? А тут вон какие. То есть медные провода. И очень достойные, я бы сказал. Такие вот проводки. Я их вот честно оставлю. Тут, блин, паял одну вещь. Ну, вот так, экспериментировал. Кому, кстати, интересно будет. Тоже буду снимать, какую хуйню я маюсь. Блин, придумаю всякую хуйню, заказываю, бля, платы, хуяты, блядь, интересно просто. Будет работать, не будет. И так, для общего развития, чтобы не забыть, как паять. Да надо, нужно, блин, это. Мускар, кстати, пойдет в платы, потому что припоя хорошо, достаточно. Так, ВГ я хотел посмотреть, да? Ну, вообще, бля, ну припой тут хороший. Ладно, в котлюку плат. Там уже разберусь, когда холода въебут. Так и сейчас уже не тепло, правда, но, бля, все равно. Походу не хожу в данный момент. Во-первых, время, во-вторых, сейчас... Пиздец, честно, жопу свою морозить, блядь, там, заболеть, чтобы ради, блядь, ну, пиздец. Да, конечно, надо сходить, но не очень, говорю, желание, по настроению, честно говоря. Вот. Так-то в перспективе эта идея есть, но их надо реализовать как-то. Так, достаем главную плату, мозг. Мозг сразу вижу, микросхема, как всегда, гору конденсаторов, гору КМ конденсаторов. Ну, в принципе, больше нихуя. А эти, блядь, разъемы СРА, блядь, опять вот. Просто народе тюльпаны, блядь, которые вставляются, я, блядь. Тоже латунь доставать не буду, это очень геморрой. Это просто, блядь. Попробуйте как-нибудь, кстати. Потом скажете, за сколько времени вы оттуда достали медь. То же самое со Скары и с этого. Я думаю, вы будете очень злые, печальны. Печально в плане том, что сколько вы потратили времени на такое количество латуни. Вот. А когда еще узнаете цену, потратили час за, блядь, за рубль. Это, блядь, не есть хорошо. Даже если любой разбор должен быть результативный. Понимаю, когда вот платы куча, блядь, их разбираешь. Да-да-да, интересно. Ну да, чипы. Ну, припоя нет ни хера. Ну да, только чипы и все. Больше ничего интересного не вижу. Пойдут копилку плат. Так, что достаем? Давайте достанем, я думаю, где дисплей должен быть. Должен, но не обязан. Дата я что-то не наблюдаю тут нигде, какого года производства. Обычно хотя бы где-нибудь доклеят кругленькую такую херню. Кстати, может быть, на блоке управляющей платы сзади обычно, не? Нет, нихуя нету. На этой. Во! А хули его? А, блядь, что-то, ну-ка. А, вот, все, есть. Нашел. Говорю, где-то наклейка должна быть. Яр, ну, 2Y. 07-2007 года, месяц. 7 июля. 27 июля 2007 года. Как раз в это время школу закончил, блядь.